Китайская национальная ядерная корпорация начала подготовку к установке паротурбинной генераторной установки на строящейся атомной электростанции малой мощности Лин-Лун-1. Месяцем ранее корпорация завершила установку основного модуля станции. Лин-Лун-1 – демонстрационный проект, который реализуется на территории АЭС Чандзян в провинции Хайнань на юге КНР. Реактор мощностью 125 мегаватт планирует ввести в эксплуатацию в 2026 году. По расчетам, АЭС будет вырабатывать 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год. Этого хватит для снабжения более 500 тысяч домохозяйств. Также реактор будут использовать для опреснения морской воды и генерации тепловой энергии для жилищного сектора и промышленности. Ежегодное потребление стандартной тепловой электростанции мощностью 300 тысяч киловатт составляет примерно 1 миллион тонн стандартного угля, для транспортировки которого требуется 20 тысяч железнодорожных вагонов. Лин-Лун-1 может выдать треть этой генерирующей мощности, используя менее 8 тонн ядерного топлива, которое необходимо заменять каждые 2 года и которое может перевозиться всего одним грузовиком.